И еще о не менее важном. В Сургуте в рамках интерконтинентального раунда завершились игры по волейболу сборных России и Италии. Несмотря на то, что первый день в пятницу для наших волейболистов завершился неудачно, в субботу россияне не без боя, но все же смогли обойти итальянцев. При этом тренеры на эмоции не скупились. Соперниками российской команды Андрея Воронкова стали бронзовые призеры Олимпиады 2012 итальянцы. Обе команды успешно начали турнир, набрав на старте 11 очков из 12 возможных. Итальянцы привезли в Сибирь наиболее мощный свой состав. Первая партия продолжалась полчаса и завершилась победой итальянцев 26-24. Во второй партии россиянам удалось сравнять счет, взяв сет со счетом 30-28. В составе российской сборной фаворитом турнира был Николай Павлов. Кстати, это был его дебют в составе сборной России. В третьей счет закончился на 25 очках в пользу итальянцев. Тренер российской сборной Андрей Воронков на итоговой пресс-конференции довольно критично высказывался в адрес своих подопечных. Привольное такое позволили себе игроки поведения, забыв, потеряв концентрацию, забыв о том, что перед нами достаточно очень серьезный соперник, который бронзовый призер Олимпийских игр. Вот, поэтому даже невзирая на счет 24-19, мы никакой в том праве не имели так себя вести. На следующий день матча с итальянцами начался для россиян с неудачной подачи Алексея Спиридонова. Затем гости смогли добавить себе еще одно очко. Но тем не менее, российская команда смогла сравнять счет. К первому техническому тайм-ауту россияне были впереди на 5 очков. Принимающая сторона сохранила лидерство, и первая партия закончилась со счетом 25-23 в пользу россиян. Во второй партии россияне не упускали возможность воспользоваться ошибками соперника и оставались впереди. В третьем сете наши волейболисты также оставались в лидерах. В четвертой партии борьба стала куда упорнее. Как отметил потом тренер итальянской сборной, каждое выигранное очко российской команде давалось с трудом. Не обошлось и без конфликта. Во время пресс-конференции тренер итальянской сборной выразил свое недовольство действиями наставника российской сборной и покинул зал. Я тренирую международные сборные, и я не сижу за одним столом с человеком, который оскорбляет меня. Good luck. У Андрея Воронкова тоже были претензии к итальянцам. Мы сталкиваемся с южной манерой ведения игры, да, что мы видели сегодня на этом уикенде, да, то есть где-то еще приворовывают итальянская команда, причем все, я думаю, что у них это отработано матчами, годами, вот, еще какое-то время. То есть это реально попытка перевернуть все в свою пользу. Несмотря на все усилия команды Маура Берутта, россияне взяли верх как в решающем сете, так и во всем матче. В следующем туре наша команда впервые сыграет на выезде. 29 и 30 июня действующим олимпийским чемпионам предстоит сразиться с командой Кубы. Виталий Туропов, Андрей Родионов, Сергей Бритвин, телерадиокомпания «Север».